В Мурманской области появилась региональная федерация спортивных танцев. Примечательно, что ее инициаторы – апатичане и кировчане, участники и руководители танцевальных студий современных танцев «Арктик Став» и «Пятый элемент». За окном холодный мартовский ветер, а в студии современного танца «Пятый элемент» жара, музыка, танцы и заряжающая энергетика. Под современные ритмы здесь учат танцевать с самого детства. И, наверное, именно в такой атмосфере танцев и движения появилась идея создать региональную федерацию «Арктический элемент» и развиваться. «Арктик Став» и «Пятый элемент» объединились и направили теперь все свои силы на развитие танцевального спорта, конкретно брейк-данс, потому что сейчас брейк-данс признали танцевальным спортом, он внесен во все нужные документы, есть свои коды, расшифровки там, то есть теперь это официальная дисциплина. Апатитская студия «Пятый элемент» существует 4 года, в ней занимается 100 ребят разного возраста. Среди дисциплин и направлений брейк-данс, хип-хоп, фанк-джаз. Здесь учат играть даже на ударной установке, для самых маленьких – танцевальная аэробика. В конце апреля федерация организует в Апатитах фестиваль танцевального спорта «Jam Session». Участвовать планируют танцоры из Санкт-Петербурга и Карелия. Планируются интересные номинации. Будет учитель-ученик, то есть каждая школа выставит своего преподавателя, выставит своего лучшего ученика. В общем, будет проходить отбор. Кто останется, тот будет уже сражаться за первые места. Умение контролировать свое тело в танце даст ребенку многое, выплеснуть энергию и эмоции, а также возможность самоутвердиться и укрепить мышцы. А яркие и эффектные выступления этому только поспособствуют.